Как говорится, жаль, что я не родился моржом. Самый ответственный и волнительный момент. А на что вы готовы ради нового айфона? Казалось бы, все испытания уже прошли, но нет. Этот житель Орска окунулся в ледяную воду, при этом не снимая пиджака. Ролик он опубликовал на своей странице в соцсети. Александр объясняет, что так хотел новый гаджет, что решил участвовать в конкурсе некоего сервиса онлайн-займов. Там обещали подарить айфон автору самого креативного ролика с логотипом компании. Вот он, собственно, на спасательном круге. Досталось ли яблочная новинка этому смельчаку пока неизвестна, но популярность в соцсетях Александр себе обеспечил.